Обустройство кладбищ и постоянный уход за захоронениями наших предков – это ответственная работа и благородное дело для всех. Жители села Анатырбово почитают память своих ушедших предков и ежегодно вносят общий вклад в благоустройство сельского кладбища. Доброй традицией стало проведение субботников, когда общими усилиями ремонтируются заборы, скашивается трава, убирается мусор, спиливаются ветки. Не всегда можно решить проблему благоустройства только субботниками. Для некоторых работ требуются финансовые затраты, но находятся неравнодушные, которые вкладывают свои средства в столь благородное дело. Для каждого поселения, для главы поселения, для людей, кладбище – это то место, куда мы приходим скорбить, вспоминать своих усопших, близких, родных. В преддверии православных праздников, Пасхи, проводы, мы решили отремонтировать изгородь забора со стороны улицы Красной. Изгородь отремонтировали и, поговорив с местными жителями, решили, что мы сможем всю изгородь покрасить всем вместе, сообща всем селом. В интернет выложили ролик с предложением о сборе денежных средств на окраску, о большом массовом субботнике, в котором будут принимать участие не только бюджетная сфера, но и жители поселения. Вот сегодня первый такой субботник. Съезжаются люди для того, чтобы покрасить изгородь, вспомнить о своих близких, вспомнить о том, что это место действительно очень важное и главное для всех нас. Поэтому надеюсь, что и сегодня, и следующий чистый четверг мы эту работу завершим, и наша изгородь, которая всегда была как бы некрасивой визитной карточкой нашего села, будет действительно красивой, и мы с удовольствием будем приходить к своим близким в красивое, нарядное место. Глава администрации сельского поселения благодарит всех участников мероприятия за оказанную помощь и активное участие в жизни муниципалитета.